На самом деле, для меня вообще непонятно, для чего это все запретили. Потому что, мне кажется, как люди играли, так они и будут играть, только искать какие-то другие ходы для этого. Ну, а что касается интернета, ну, почему бы и нет? Ну, я не фанат, я как бы сам не играл никогда, но не вижу там ничего плохого.